Это Олеся. Всем привет. Вы на канале? На канале Олеся. Молодец. Что у нас сегодня? Ну-ка показывай. Говори, что это? А это кто? Свинка Пеппа. Это у нас какой-то чемоданчик с сюрпризами от свинки Пеппы. Там должны быть конфетки и сюрприз. Что у нас еще есть? Давай покажем, Алис. Еще у нас есть две вот такие коробочки. Там Hello Kitty. Да, вот одна и вторая. Две коробочки Hello Kitty. Там есть такие яички. Так. Вот. Подожди, еще у нас есть два киндера. Один вот такой, вот это из мультика «Джек и пираты». Ладно, пусть будет «Джек и пираты». И вот это София. О, Алис уже открыла чемоданчик. Ну-ка, давай посмотрим, что там в чемоданчике у нас. Чемоданчики у нас были. Вот, чемоданчик хоть покажем. Подожди, ты так быстро все открыла, что... Вот такой чемоданчик металлический. В нем были вот такие конфетки. Можно кушать, конечно. Вот, и кроме того, здесь еще есть маленький сюрприз. Вот, держи. Это пазл. Давай откроем, соберем пазл. Давай я тебе открою одну конфетку, ты будешь есть конфетку, и будем собирать с тобой пазл. Наешь. Сейчас мы соберем этот пазл. Он совсем маленький. Ну-ка, давай-ка. Посмотрим. Так. Угу. Ой, ну такой маленький. Вот. Давай вот так вот. Освободим место. Вот у нас получился вот такой вот пазл. Свинка Пеппа с семьей на пикнике в лесу. Что мы открываем? Или мы открываем коробочки? Коробочки с Hello Kitty. Давай покажем коробочку сначала вот так. Вот такие коробочки с Hello Kitty. Да, две. Давай открываем первую. Что у нас там в этой коробочке есть? Подожди, это вот так, смотри, Алис, нет, вот так, да. Вот. У нас здесь есть. Это конфетка. Да? Нет, это просто такая фигуринка. Вот такая фигурка Hello Kitty. Да, вот такое вот, это йо-йо, по-моему, это йо-йо. Вот такое йо-йо. Тоже с Hello Kitty, на. Держи это, да, это нужно вот так вот размотать ниточку и играть как-то им вот так. Подожди. Ну я не умею, если честно, с этим играть. Он должен вот так вот накручиваться. Ты умеешь? Я тоже не умею. Ты умеешь? На полу. Ну все, давай. Это мы потом поучимся. Давай лучше посмотрим, что в самом... Какой у нас сюрпризик. Давай. Давай теперь. И вот такое вот здесь есть яичко. Это потом, это потом. Сначала мы откроем вот это. Вот. Да, фигурка. Мы открываем вот это. Давай открывай. Открывай, на. Посмотрим, что там. Конфетки. Ну, можно, конечно, кушать. Но подожди, потом сначала давай посмотрим, что еще есть. Показывай, что еще есть. Вот такие наклеечки с Hello Kitty.
А это что? А это волчок. Ну-ка, давай запустим. И вот такой вот волчок. Тоже с Hello Kitty. Вот такой. Давай запустим, подожди. Дай-ка я запущу еще разочек. Ну-ка, давай с вами. Вот такой вот волчок крутится. Нет, нужно смотри. Сейчас, подожди. Вот. И конфетки. И конфетки. И конфетки. Да, и там еще было 3 пакетика вот таких каких-то маленьких конфеток. Что ты дальше открываешь, Алис? Еще один или маленькие киндеры? Давай, может, теперь вот эти откроем? Нет, это. Вот это? Хорошо. Давай теперь этот откроем. Посмотрим, что во второй коробочке. Вот вторая коробочка. Я сама буду. Ну подожди, я тебе только чуть-чуть здесь открою. А дальше будешь сама, конечно. Какая? Да, давай вас покажем сначала, что здесь. Здесь тоже фигурка. Вот такое яичко, да? Показывай, фигурка. Вот уже два, смотри, у тебя два теперь. Да? Две фигурки теперь у нас таких. Hello Kitty, она точно такая же, да, абсолютно. А что еще? Смотри, значок. Вот такой значок Hello Kitty. Хорошенький, да, можно тут. Тут можно. Вот так. Чуть-чуть в сторонку, чтобы тебе колье не мешало. Вот так вот, очень красивый значок. И есть еще что-то здесь. Ну, давай посмотрим, что здесь есть. Вот. Открывай. Высыпай. О, ну надо же. Во всех двух у нас то же самое попалось. Еще один волчок, но правда, волчок с другим рисунком. Давай посмотрим. Здесь волчок с другим. Вот здесь Hello Kitty на самолетике в первом волчке, на первом волчке. А на втором Hello Kitty. Ну-ка, подожди-ка, что он здесь делает? Сейчас, сейчас. Hello Kitty гуляет, смотри-ка. Там есть божья коровка. И наклеечки тоже другие. В первом были наклеечки вот такие голубенькие, а во втором вот такие розовые. А конфетки точно такие же. Три пакетика еще. Конфеток. Да, у нас теперь вот сколько конфеток. 6 пакетиков. Алис, киндеры будем открывать теперь? Давай открываем вот эти теперь, маленькие киндеры. Не хочешь? Нет, ну надо посмотреть, что там сюрпризы какие-то. Ну только что ж ты. Сначала этот, какой ты сначала? Покажи, да, я посмотрю. Вот такой сначала про Джека. Давай. Открывай. Шоколад в коробочку собираем. Доставай капсулу. Давай помогу. Давай помогу капсулу открыть, мы посмотрим сюрприз. Давай помогу открыть. Давай, вставай. Открывай хорошо. Вот. Котёнок. Что это? Кто это? Котёнок. Кто это? Котёнок. Нет, вот это кто? Посмотри. Кто это? Крокодил. Это крокодил такой зеленый. Ну-ка покажи. Дай я покажу. Давай посмотрим. Тут на бумажке есть коллекция? Нет, не нарисовано нигде, какие коллекции. Ну, написано только, что коллекция и все. А какая здесь не показана? Нету никакой бумажки больше. Нет, нет. И вот.
вот нам попался вот такой зеленый страшный крокодил. Вот. Зубастый. Покажу. Как? Ой, ты напугала? Ничего себе. Страшный крокодил. Хорошо. Поставим крокодила. Вот здесь поставим его. И посмотрим, что нам остался последний. Киндер с Софией. Мы посмотрим, что там попалось. Тут шоколад. Алис, ты сдвигаешь скатерку. Кто это, Алиса? Белочка. Белочка, точно, это Белочка. Давай посмотрим, что здесь на картинке. Ага, вот такая коллекция. Очень красивая. Подожди. Вот и нам попалась вот такая белочка. Вот нам попалась вот такая. На, посмотри. А, подожди, белочку-то, да, я покажу. Такая белочка нам попалась. Ну вот, такие у нас были сюрпризики. Вот, теперь скажи всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Планета. Алис. Планета Алис. Молодец. Всем пока. Thank you.